Так, Юпитер. April 11, 2021 в Харькове. 5:52 по Киеву. И, конечно, уже ни спутников, ни экваториальных полос не видно. И, в принципе, весь дубль затевался, как констатация факта, что Юпитер можно видеть при встающем солнце. Что, конечно, для меня откровение. Вот оно наше. Ярило. Вообще. Какое-то потустороннее зрелище, честно говоря. Класс. Да, до Юпитера 840 миллионов километров, до нашего солнышка 150. Ты посмотри, как оно быстро поднимается. Ну, в общем, зафиксировали. Сейчас уже, наверное, на Юпитер не наведешься. Но... Я приблизительно знаю, где он должен быть, но визуально я его уже не наблюдаю. Ну ладушки. Торжественный момент упущен. Ну и солнце спряталось. April 11, 2021, Харьков, 5:56 по Киеву.